Оформить больничный лист дистанционно без посещения поликлиники и ожидания длинной очереди. Такой возможностью в Тверской области воспользовались более 1500 жителей региона. Чтобы открыть лист нетрудоспособности, достаточно позвонить по номеру 122 и оформить заявку. Наталья Чекет рассказывает далее. При признаках ОРВИ или коронавируса официально открыть лист нетрудоспособности без посещения поликлиник сейчас совсем просто. Для этого надо позвонить по номеру 122 и записаться на аудиоконсультацию с врачом. В заявке указываются контактные данные пациента, медицинская организация по месту проживания и симптомы заболевания. Оператор 97, здравствуйте, чем могу помочь? Больничный лист по аудиоконсультации хотите открыть? А какие у вас симптомы? Я вас поняла. Давайте запишем вас на аудиоконсультацию. Называйте, пожалуйста, фамилию, имя, отчество. Оператор передает заявку в медучреждение региона по месту фактического проживания обратившегося. А затем сотрудник поликлиники связывается с пациентом. Если после проведения дистанционной консультации выяснится, что больному не требуется осмотр врача, то ему оформят электронный лист нетрудоспособности. Здравствуйте. Это из поликлиники беспокоит. Вставляли заявку на консультацию с доктором? Вам нужен больничный лист? Какие у вас жалобы? Хорошо, Сергей Сергеевич, мы оформим больничный лист. Больничный лист будет с сегодняшнего дня. И вот больничный официально открыт. Врач и его пациент не встретились. Однако в некоторых случаях больного могут направить на личную консультацию с терапевтом или рекомендовать вызвать его на дом. У пациента сильный кашель, подъемы температуры, затруднение дыхания. У многих сейчас есть пульсоксиметры, которые замеряют насыщение крови кислородом. Если, соответственно, низкая сатурация, низкий процент кислорода, тоже рекомендуется консультация терапевта. Если никаких противопоказаний к оформлению больничного дистанционно нет и дальше не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный закроют также без визита в поликлинику. Через 7 дней пациенту операторы, ну, это врачи, делают повторный звонок, узнают состояние пациента. При выздоровлении пациента листок нетрудоспособности дистанционно закрывается без обращения в медицинскую организацию. Если у пациента сохраняются какие-либо жалобы, то пациенту рекомендуется очный прием врача-терапевта. Новая система выдачи больничных, которая действует в регионе уже более 2 недель, смогла помочь разгрузить поликлиники. За последние 2 недели видим существенное, во-первых, уменьшение очередей в поликлиниках, в центрах амбулаторной помощи. Это позволило гражданам при первых симптомах заболевания остаться дома, соблюдать режим изоляции, ну, соответственно, принимать лекарственные препараты, которые были назначены врачом дистанционно. Упрощенная процедура оформления больничных будет действовать до 15 марта. К этому времени, по прогнозам специалистов, ситуация с COVID-19 и ОРВИ должна стабилизироваться. В свою очередь, медики напоминают, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса и не пришлось оформлять больничный, надо вакцинироваться.